выглядит как самое обычное место. Загородный сад. Но происходит что-то странное. Ежи шныряет вокруг в поисках чего-то, но не пропитания или товарищей, а странных запахов. Как, например, эти банки со скипидаром. И когда еж нанюхивает что-то привлекающее, он слизывает это. Скипидар очень вреден для людей, но эти животные обладают высокой резистентностью к токсичным веществам. Других ежей привлекла пачка сигарет, и они начали жевать табак. То, что происходит потом, еще более странно. Они намыливаются и размазывают пену по иголкам. Чтобы покрыть 5000 иголок, может потребоваться время. Но у ежей время есть. Есть и навыки, чтобы выполнить эту задачу. Зачем они это делают? У специалистов есть несколько предположений. Некоторые доказывают, что ежи поступают так, чтобы покрыть кончики своих иголок ядом, токсичным для врагов. Другие отстаивают мысль, что яд, возможно, используется для уничтожения паразитов. А третьи считают, что, покрывая себя ядом, ежи пытаются одурачить хищников. Какова бы ни была причина, такое поведение, несомненно, чудаковатое.